Рад приветствовать вас, друзья, на своем канале. Спешу поделиться своим секретом, который поможет вам стократно повысить результаты на рыбалке. Я на полном серьезе. Такой метод очень эффективный. Есть похожее видео на моем канале. Оно набрало уже 1 000 000 просмотров. Соотношение лайков просто колоссальное. Люди пишут, благодарят меня. Я очень рад, что могу быть вам полезен. То есть эффективность этого метода доказана неоднократно. Обожаю ловить на поплавок. Это мое любимое занятие. Вообще карась — это рыба уникальная. Очень интересная, поэтому к ней нужен, разумеется, подход. И я нашел, это самый оптимальный подход, который только можно представить себе. Так, время 7:13, на этом же месте. Ну, поймали еще крупнее карася. Да, вот такой вот карасик. Золотой красавец. Вот зажигалка. Вот, я думаю, 100 кило. Такое, думаю, достойная килушка. Все вполне очень просто, друзья. Вот здесь такая губка у меня. В середине такая трубочка от чупа-чупса, все это приклеивается, фиксируется. Она скользит по леске. Затем у меня тут огрузка идет. И крючок, разумеется. В него вы насаживаете там кукурузу, опарыш, не столь важно. То есть, опять же, ваше предпочтение. Поплавок я огружаю до тех пор, пока он не начнет тонуть. Как он начинает тонуть, это самая оптимальная огрузка. Вы забрасываете, видите, что поплавок тонет, по леске вы его поднимаете, вот тут до красного, а может быть вот так вот. В принципе, вот это вот самый оптимальный вариант, то есть ловим мы со дна. Затем карась заглатывает нашу наживку, да, и поднимаясь на поверхность немного, он поднимает часть нашей огрузки. Вот вы видите, что такое грузило он вполне может поднять, он не почувствует, то есть, но при этом уже 40%, 30-40% огрузки наш поплавок теряет. То есть мы видим, как он плавно начинает подниматься. В этот момент, друзья, рыбу и нужно подсекать. Ветер дует, неважно, абсолютно неважно. И только мы видим, как поплавок еле-еле начинает подниматься. Вот только-только то бросайте все и подсекайте. Просто, ну, сломя голову, бежите и подсекайте, если вы там где-то. Вот такой вот метод. Ну, разумеется, предварительно, перед забросом, я пропитываю аттрактантом вот эту губку. Шикарный способ. Также досмотрите видео до конца. Я подскажу, какой аттрактант я использую обычно. Отлично подойдет для этого такая губка для мытья посуды. Вот возьмем одну. И желательно, конечно, острые ножницы. Вот эта часть нам не нужна. Значит, мы ее отрезаем. Тут сжали вот так вот пальцами. И вырезаем. Значит, вот так это выглядит. Затем этот поролон можно делить на несколько частей. И в итоге, друзья, получились такие 5 кусочков. И далее что мы делаем? Просто-напросто вот здесь посередине, вот так вот вдоль, мы разрезаем лезвие. Значит, лезвие на самом деле острое. И это делается очень просто. Таким образом, раз. Вот. Все очень просто. Значит, сюда мы должны поместить палочку от чупа-чупса. Вот таким образом. И заклеить ее суперклеем. Все очень просто. Но предварительно я бы вам посоветовал придать ей немного шуршавости, тем самым клей будет намного надежнее держаться. Берем суперклей и нашу палочку и смазываем ее со всех сторон. Таким образом обрабатываем ее. Вот. Берем нашу губку и сюда ее
середину мы ее должны поместить. Но перед этим я стараюсь немного зацепить вот эти бока. Да, вот, видите, раз, я зацепил их. И вот сюда в середину поместил. Раз, и все. И вот там, где я зацепил вот это вот с краю, оно схватится с самого начала, да, и, разумеется, и в середине. Придадим немного эстетики. Может быть, вот так вот уберем вот эти вот края. Ну а в целом я вам советую не заморачиваться по поводу формы, это не столь важно. Главное, чтобы она играла ту самую функцию губки, впитывая аттрактант, да, и удерживая долгое время тот запах, на который вы пытаетесь привлечь эту рыбу. Значит, все очень просто, как можете заметить. Итак, по поводу аттрактанта, друзья, вот у меня здесь чеснок, да, чем больше, тем лучше этого чеснока. И немного вот у меня укропа здесь. Берем чеснок, берем вот эту выжималку, накидываем все это дело. Вот. И сюда в отдельную емкость мы ее выжимаем. Вместе с укропом прям вот так берем, вот так вот чеснок с укропом и выжимаем ее туда. Вот такая вот кашица у нас получилась из чеснока и укропа. Затем берем какую-то емкость, где будем все это дело хранить. Берем подсолнечное масло и заливаем ту емкость, где все это дело будем хранить. Итак, мы налили. И вся эта красота отправляется в эту бутылочку. Вот, мы ее поместили. Раз. Вот, закрутили плотненько. Сполтали. Ничего лучше я не нашел. За все время это самый лучший аттрактант на карася. Болтали его. То есть вот так вот открыли перед забросом, вот взяли, насадили сюда, к примеру, там кукурузу с опарышем, да, все это дело вот так вот раз, в бутылочку вот так вот, хоба. Вот губка впитает. Вот губка впитала. И вперед забрасывать. Запах какой. Вот мы видим, что губка отлично впитывает масло. Просто красота. Вот видите? Все она впитывает. Карась на такой метод реагирует просто бешено, друзья. Пишите мне в комментариях о ваших результатах, потому что люди некоторые не верят. Я не могу понять. Вот. Или это дети какие-то пишут мне там гадости, потому что в основном смотрят меня взрослые люди. Ладно, друзья, спасибо вам за внимание. Встретимся в новых видео. Всем желаю удачи на рыбалке. До новых встреч. Всем пока.